Всем доброго времени суток. Продолжаем играть с новой камерой. Тестить помаленьку. Ну и по ходу пьесы решил рассказать, как я себе спинник сломал. Кто видео смотрел мои пораньше, значит, в прошлом году взял я себе вот такой вот Trotex. Брал его под мормышинг, потом взял тропарку. Все хорошо, все здорово. Тестом 0,4 грамма. Ну, весной случился у меня такой казус. Пошел я на рыбалку, тупо поскользнулся, упал и сломал свой любимый Trotex. Ну, что делать? Пока находился в ауте, на рыбалку с охота, прихожу домой, ну, думаю, что все равно сломал. Есть вариант выписать вершинку готовенькую, да, чем я, скорее всего, это зимой и займусь. Ну, а здесь, не мудствуя лукаво, взял эту вершинку, пошастал там по закромам, нашел вот такую китайскую удочку, я даже не знаю, откуда она у меня появилась. Что это такое? Она ростом 1.3 метра. Короче, взял, вытащил, снял верхнее колено, тупо взял, здесь подобрал более-менее, ну, так как конус разный, да, был бы конус, в смысле, одинаковый, можно было бы тут прям вплотную, ну, так как конус самих у двух этих удочек разный, то есть получилась какая-то хрень, но взял я, короче, кусочек от этого, от вершинки этой удочки, вот в этот обломок здесь вот так вот засунул, посадил на клейм вот этот обыкновенный клей, ну, момент который, да, моментальный-то. Этот вторую вершину, второй кусок вершинки сверху здесь насадил, и получилось у меня не пойми что. Короче, тех граждан, которые занимаются родбилдингом, прошу не смотреть, чтобы не падать в обмороки и не проклинать меня там всякими нехорошими словами. Ну, как говорится, голь на выдумку хитра, рыбачит охота. И получилась у меня вот такая вот, не пойми, короче, чего. Но, думаю, ладно, пока суть до дела, половлю, пока вершинка придет. Ну что-то раз половил, два половил, три половил. Так, короче, весь сезон отловил. Ну вот сейчас, думаю, новую закажу. А эту куда-нибудь на другой спиннинг, может, приспособлю. Есть у меня там один. Может, там чего сделаю. Ну а так, между делом, думаю, что это все равно как-то нарвался. Думаю, что будет валяться. Если у меня такая вот завалялась вершинка от пикера. То есть сейчас кольца поснимаю. Сюда вот что-нибудь прибамбашу. И получится у меня нано-пикер. Ну или еще что-нибудь. Вот в таком плане. Как-то так. Так что сломали спиннинг, не отчаивайтесь, всегда можно найти выход из положения. Понятно, что там строй маленько не тот будет, там еще что-то. Но на первое время, как говорится, ну вот все видео, которые сняты летом, ну, в принципе, даже с ранней весны, все они сняты вот именно вот уже со сломанным спиннингом. И говорю, сезон отловил, и вертушки, и мормышки, и даже микроджик там чуть-чуть. То есть все хорошо, все здорово. Вот как-то так. Так что можно даже на коленке сделать на первое время. Ну а потом уже, потому что желательно, конечно, либо новую заказать, либо отдать какому-то мастеру, который действительно сделает там. Ну, а если вот у меня вот нет, например, возможности там отдать какому-то мастеру, самому там заниматься выписыванием там всех этих лаков, там колец, там и прочей канители, это все-таки достаточно
скажем так, ну, не проблематично, но достаточно накладно. То есть овчинка выделки не стоит. Проще заказать готовую вершинку уже и все. Ну, может, кому-то будет полезно. Ну, всем пока. Суть-то вообще в чем? Собирался я сегодня на рыбалку. Что-то собирался, вот собрался. Думал, сразу рвану после работы. На термометр посмотрел, там минус 38. Ну, можете представить, да? Ой-ой. У открытой воды, да ветер в харю, так и охота. Сесть на мотоцикл, да мокрой майки. Эх! Ладно. На этом, пожалуй, закруглюсь. Всем пока.